Спонсор данного видео – сервер Rust World. Это новый сервер. X4 сбор, Instacraft, хорошие киты, ТП, Home, отзывчивая администрация 18+, бонус при регистрации в магазине, минимум лагов, максимум удовольствия, удачные игры. Адрес сервера в описании под видео. Подключайтесь. Так, все, я пошел за деревом и... Надо давай. Нам... А, кирка. Там два камня было. Сейчас я просто разложу немножко... Дай-ка я ледоруб отсюда заберу. А где ледоруб? На-на-на-на. А, ты его себе я забрал? Хочу пере... Нет, я хочу переместить в правый ящик, чтобы в левом только ресы были. Ага, окей. Я не знаю, что за херня. У нас дом? Да. Короче, этот лаг, кажется, убрал все, стер хером. У нас дом здесь стоял, его нету. Блять. Как же я лут собрался скидывать? Сука, дома нет. Я в ахере просто. Ладно, пойду путешествовать со всем своим лутом, блять. Как дома нет, блять. Дома нет вообще. Я сейчас пойду к этим пацанам, где херово туча домов было. Пиздец. Нет, ну, блядь, сука. Ну, это, видать, я-то не вышел, и, видать, у меня тут в канале творится полное. Блядь, столько лутали. Да это лаг, то, что он исчез просто, и все, его вернут на базу потом, надеюсь. Угу. Оливер, я добежал до той поляны, где четыре чувака с калашами было. Помнишь, большой круглый дом? Да, который взрывали. Да. Нету. Ну, ясно, короче, блядь, сервер. Я, кажется, одинок в этом мире. Сука. Короче, походу, вообще пизда, блядь. Как они заебали, эти официалы, блядь. Что у них не так, блядь? Почему на модах, блядь, все так, с крылыми администраторами, а здесь не так? Я вообще не понимаю, блядь. Сейчас пойду, зайду, может быть, куда-нибудь кто-то что пишет. Печки работают. Да, все, заработало. Дома появились, все нормально. Ну ладно, тогда я не буду домой бежать. У меня исчезло это. Кирка моя. Кто-то ё-моё. Ограбил? Нет, я кинул ее случайно правой кнопкой и подобрал ее обратно, и она ко мне решила не возвращаться, понял? Ну, ясно. Отлично вообще. Ага. Замечательно, блядь. Так, ну ладно. Хорошо. Мне бегу домой. ХП отнялось. Прикинь, нашел пацана. У него три копья. Вот, и он в своем доме. Киянка. About как-то фёти ninjas. 30 ниндзя. Ниндзис. Или инчис. Ниндзис. А, 30 ниндзис, ну типа 30 ниндзя. Да. А about поговорим о... Нет, about, ну, это о. Да, about. Поговорим о. Say, нет, как это? Talk about. Да, talk about. Поговорим talk about, о... Да. Ты можешь сказать, let's talk about. Это даже будет правильно. Давайте поговорим. Да. Нормально, изучение английского языка с Оливером. Не говори, быстрый курс, блядь. Сейчас, сука, этот дом просматриваю, и что-то... Шкаф вижу. Вижу что-то серое, торчащее, непонятное, блядь. Это его елдак. Наверное. Вот, у него деревянные стены просто, и как бы есть вариант его бомбануть. Сишкой, да? Да, сишкой. Нет, у него тут двери. А, нет, дверей, наверное, граната не достанет, высокий фундамент. Ну ладно. 7%. Подожди меня, 97%. Ну давай, щелкай, я уже подбегаю. Ну я уже щелкаю. Сейчас только хрыч, я только здесь услышу и буду кричать «Why?». Нет! Не изучился, сука. Что ты там врешь? Слишком предсказуемо. Слишком предсказуемо. Да. Да, изучай пешку. Все, у нас есть оружие. Так, короче, кидаю тебе всю эту шляпу, ты как раз загрейдишь все, что тебе надо. Надо с улицы идти грейдить. Так, вот тебе деревце, и смотри, сколько я тебе копий принес. А зачем? А куда их, Боня? Не знаю, кидать в рожу врагам. Да, пригодится. Это сурвайл. Не, на этот раз нам не повезет. Понял. Он уже пролетел нашу поляну. Да, далеко очень. Диварик. Так, 700. Он до сих пор еще не скинул. О, скинул. Да, вообще на той горе. Да, с этими ящиками, то, что они ставятся, как ублюдочные.
Нормально. Нормально. На, крафти, Бонни. Пышку. Что тебе там надо еще для нее? 15 металла. Кловс, кловс. А кловс вещики, иди бери. Так. Вот. Да, дела. Как так? Может, это такой прикол? Ну, что так это эпично смотрится, я не знаю. Я не знаю, это пиздец. Ой, блядь. Слушай, а точно отсюда не залутать? Меня мучает. А, не, не залутать, слушай, точно. А, в этот ресерч можно залезть? Ну да, давай туда пистолеты положим. Я не давай, знаю, боеприпасов херу. Все, положи туда. Сишку туда положи. Вот чувак охуеет, блядь. Ресерч заходит. О, спасибо. И кидает нам же на дверь. И как раз, да, ее взрывает и дверь. Так, все, амбразуру поставил, пешка скрафтилась, перезаряжаюсь и погнали. Патроны взял? Да. Угу, все. А, подожди, печку посмотрю, что там. Угу. Дверь у себя лишь оставил открытыми, печку, да, говорит, пойду посмотрю. А вот уголь, допустим, надо забрать. Так, ладно, я нищеброд, у которого нет пистолета. Буду пока без пистолета ходить. Ну, конечно. Че? Айр стоит, бля, че? В смысле, блядь? Вон! Впереди! Какого хера? А, да там... Иди ты нахер. Там сгоревшее мясо, и это тот айр самый. Ну я ж не знал, что это, бля. Я уж подумал, охуеть. Халява, да? Да. Ну давай я загляну, я там не добрал. Но там, по-моему, это сгоревшее мясо еще лежало, и бунтарский шлем. Окей. Сейчас гляну. Блин, нахера ты там орать? Да, блядь, ну приколи, айр стоит. Я ж не знал, а сгоревшее что... мясо. Да ты не долутал его. Вот там уже расчленяешь его, что ли? Я его убил просто, он спал, во. О, полегче, ничего себе. Кукуруза. Блин. Посадим? Посадим. К разговору двух ментов, блядь. Посадим, посадим. Ну да. А чё, в доме ничего ты там не было в доме? Да нет, там пустой дом. Это просто мимо пробегавший. А, все. Ну да. Вылетел так же. Но он не вылетел, он решил не дожидаться, он решил перезайти, как ты. В смысле, подожди, а дом... Чё дом? Так и дом, подожди... А, все, нашел вход, я вход не видел просто. Угу. Так, Оливер, я забитый под завязку, что делать? Я пустой, пошли дальше. Охеренно, пошли. Ну камень вон, полутаем, чё. Так, и что у нас здесь? Ну, они взрывали. Ну и чё дальше? Ну, центраулка. Ну, на крышу и... надо попасть. А, там пристройка была, по-моему. Пошли. На крышу. Ну, они центр так и не взорвали, наверное. Взорвали, взорвали. Добрались. Ага. Добрались. Может, что оставили? Да, слушай, оставили эту замотку и орех. Неплохо. Дальше вон так. Еще один такой же. Короче, херня. Угу. Так, а где-то здесь... Наверху посмотри, сколько же, блядь, там камней, блядь. Ёбана в рот. И там чувак стоит в одежде. Блядь, он сюда бежит, убегаем. Сука. Давай его подкараулим. Давай, давай. Вот здесь вот надо. Он нас увидел и бежит сюда. Вот здесь. Сел в хантере. В кусты, главное, заходи. Так, ладно, 8 патронов попасть. 8 патронов попасть. Задача вроде проста. И этот чувак, кстати говоря, вроде встал. Я его там не видел. Угу. То есть мы могли его залутать. Ладно, не буду о плохом. Так, ладно, где он? Я иду дальше. Ну, давай. Я за тобой. Я просто не знаю, где ты его видел. На горе как раз, где эти камни. Вот он, тьфу-то, блядь, лучник. Прикинь, кого-то повесит. Он кого-то караулит, слышь. Тебя. Ладно, пошли, чё, я лук достал. Пошли, постреляемся. Да. И постреляемся. За домом, да? Да. Блядь, он убегает. В атаку. По-моему. For victory. Он, походу, почуял. Селёдочку. Ты его видишь? Да нет, конечно, вот он. На, сука, мимо.
Ну давай постреляемся, чувак. Ну что ж ты убегаешь? О! Хэдшот, блядь! Сука. Попади в него, Оливер. Сейчас. Да он упадет. Что за жизнь? Лекается, да? Непонятно. Нет, лук держит. Блять. Да мне упреждение ему нормально не взять. Да бля. Да все уже, я сейчас бомбанусь и пистолет достану. Ой, он отпрыгивает, он боится. Но он только что затормозил. А, он к дому своему гребаному бежит. Ну он один. В тебя стреляют, если что. Кто? Готов. С дома? В тебя стреляют с дома, Оливер. Да вижу. Вот дом, Оливер, да блядь. Вижу я, тобой. Я бансую. Хэдшот. Это его друг. Да, лутаю. Блядь, лутаю. Ключ. Рейд. Идем. Пошли, пошли. For victory. For victory. For Mother Russia. Ключ, говорит. Печка работает. Да, где вход? Не знаю. Блядь, где вход? Пацаны, где у вас? Бля, код... Ой, дверь неправильная. Давай. Давай. Бежит. Он бежит себя лутать. Блядь. Внутри, блядь, чувак умер. Хэдшот. Хорош. Да, блядь, надо залутать. Да, надо пацана этого лутать, и, по-моему, у него не все забрал. Стрелы. Я пойду того лутать. Блин, а у меня стрелы кончились, поставили. О, два мяса жареного. Два мяса жареного. Как-то это странно сказал. Два Кока, блядь, жареного. Лук забрал. Ты он больше ничего да, не забрал. Да, да, у него лук. Что-то долутать там, Боня? Нет, все, там только одежда осталась. Угу. Надо ломать ему эти двери. За ними, возможно, будет ключ. И, кстати говоря, ему уже кто-то это ломал. Ну, у него там тамбур. Ну, я рассчитываю на то, что там тамбур на ключе будет, а не на внешку только поставили замок. Вообще, просто Дункан Маклауд. Я повелитель меча. Ну, тогда ты Уильям Волос. Уильям Волос? Ну да, шотландец. Ага, хорошо. Не тянул. Ни хера не видно, да? Нет, там лестница, лестница. Ой-ой-ой. Здрасте. Пит? Они зачем умерли-то? Не знаю. Очканули. Лут оставили. Он просто умер. Валил, получается? Чё за херня? Бандон. Ой, блядь, в пизду это тебя. Чё? Сука, напугал. Ну нахер. Ебать, вообще ты здесь лута колю. Очень много, Оливер, короче. Я не знаю, что делать, надо как-то это перетаскивать. Но, блядь, потому что ты отказался идти домой скидывать наш лут, который, блядь, у нас был. Я не знаю, что нам делать. Да заберем, подожди сейчас. Да заберем, давай, давай, я посмотрю, как ты это сделаешь. Спокойно, спокойно. Мне придется пол-литра воды выкидывать. Офигеть, просто, как ты без нее проживешь? Это я не знаю. Ебучий ключ, который от другого дома, который да, мы тоже, не найдем. Да, я тоже, кстати, выкидываю. Я выбрасываю... А, подожди, дерево есть? Есть. А состакать. Что тебе надо? Не, а, состакать. Да, давай. У меня просто 45, на. Давай. Да. Баба слот ягодка опять. Слот освободил. Баба ягодка. Да нету здесь ничего, все мы забрали. Вот панику развел. Нет паника, смотри, здесь столько кловцев. Нет паника, блин. Так. Ты костяную эту, а вернее, деревянные наколенники умеешь делать? Кстати, у него они есть. Кстати говоря, надо одеть вместо перчаток. Так, 68 жира. У тебя хватает еще чего-нибудь вместо? Да, давай, давай. Чё скинуть? Слушай, чё скинуть-то там? Смотри, по ящикам. Я палю в окно пока. Ты а прикинь, чё, какое злачное у них место. Здесь камни, да. Просто жопы жуй. Ну вот нашли, пацаны. Вот счастье. Сейчас мы сюда придем. Я просто от семян кукурузы не избавлюсь, ты не думай. Да и хер на них. Ну, не хер на них, а ты их жрать потом будешь. Не, я имею в виду, ну в смысле, ну не избавишься и окей. Так, ну я не могу забрать только копья. 68 жира не могу забрать. Вот это надо. Жир это печалька. Подожди, я кофту выкинул. Ладно, новую налутаю. Все, пошли. Сейчас я топор выброшу мне. Подожди.
Подожди, там а у него еще что-то есть, есть этот building plan? Ну, у меня нету. У них не было? А что это вообще за тюрьма такая вот тут? Ну, это они, наверное, там... Насиловали кого-то? Ну, да. Угу, по очереди друг друга. Киянка смотри, есть. Смотри, они написали... Че? Free beer! Они бесплатное пиво раздавали, а мы их грохнули. Да ладно. Вон у них написано «Блин, free а шкаф beer». Хотел им застроить. Ну ладно, пошли, короче, хер на него. О, ой, смотри-ка, они кружку такую нарисовали. Правда, похоже на полено дымящиеся, ну да ладно. Пошли. Кстати, да. Хедшот. Пошли, двое. Да он упадет, упадет. Все, нам главное свалить. Пойдем. Смотри, что у него есть. Одежда? Пошли, спасибо, Оливер, чувак. Пошли. Одежда, не могу, Бонни. Все, бегу, бегу. У меня 8 патронов, короче, 2 обоймы. Ну зато ты всех раскидал. И батя. Батя, блядь. Батя двоих детей я. Ну, и это тоже. А чё они все сюда приходят? Я не понимаю, здесь намазано. А это эти чуваки, они, я не знаю, что за дебил он. А, я понял, чего он упал. Я ж ему хедшот поставил этому, который в окне был. А, у него типа нечем было залекаться, да, что ли, да, походу. У него было 262 клопса, но, видать, мозги-то плоские. Понятно. Ну вот он, короче, наверное, и хотел забинтоваться, да не получилось, он упал. Угу. А спальников-то видел? Там нету. Они дома отжали. Походу. Бля, нихера не олени, ты представляешь, спальник не положить. Это жесть. А у них были клопсы? Я что-то не видел. Да, 262. У меня 339 ну, сейчас. Ну тогда олени, да. Так, и сюда сейчас пойдем лутать этот камень. Угу. Ну вот мы и дома. Теперь нам все это как-то раскидывать надо. Но у нас дерево херово туча, это вообще идеально просто. Мы не налутали с тобой ни одной деревяхи. Ну, отлично. Я прям косарь закидываю. И камень металл. Я сейчас сразу закидываю, короче, на крышу. Да-да-да. Только оставь вот этот потолок, у нас будет люк опять. Вот этот потолок. Хорошо. Так, ты порох сказал крафтил, да? Да, 710. Так. Метальчик нам нужен. Мясцо, кстати говоря, я у них и жареное забрал, мясо и не жареное. Так, ладно, не жареное, мясо и жареное я в аптечке тогда кидаю. Да-да-да, отхил. Все, погнали. Скидываю металл и сейчас еще одну меню. Геологичку. Вот сюда. Mm-hmm. Все, мы должны все-все-все камни, которые там есть, залутать. Mm-hmm. Так, ну прежде чем лутать, надо зайти в этот дом, проверить, что там никого нету. Угу. Вот, и тогда только... Ты можешь приступать, лутать, я пока проверю. Угу. Но мы у пацанов все забрали, у них двери, там, кодовый замок, все вот это вот они не успеют поставить. Да и тем более, я думаю, они покинули это место. И да, я... Вон, бегает, сука, бегает. Вижу, да. Хочу забрать этот дом по-любому. По-любому. Ну и что он там бегает-то? Носится, бедолага. Неужто ты в одежде опять? Двое, да. Не, они голые. Угу. О, блядь. Попал. Не-не-не, чувак. Не-не-не-не-не. Так, ну а друг его ушел в скалы. Пустой. Друг его ушел в скалы. Ну, хату проверю. Проверь. Да, слушай, я все, я прям хочу, чтобы эта пивоварня была нашей. Угу. Так. Для этого нам надо что сделать? Лутаем быстренько все эти камни, относим домой, несем сюда ресурсы, которые именно на двери, вот эту вот замок крафтим и ставим здесь все свое. Ну что, целая поляна этих камней мне дала 3500 камня. Ну, аналогично, у меня тоже 3500. Mm-hmm. Даже 1000 этого металла не набралось. Ладно, все, погнали домой. 300. Погнали. Надо же, у нас еще печки кучегарят. Нормально. И сколько осталось? 500 этого дерева еще? Нихера себе. Короче, люк надо замутить сразу. Сейчас я им займусь. И второй этаж достроить.
Вот так. О, у тебя крутой топор. Ну только это же того чувака первого, которого мы убили с пешкой. Ага. Так. Да. Ставь люк. Ну да, ставь люк. Сначала вот эту дырку надо поставить. Поставь дырку? Ну да. Так. Дальше. А что градить-то будем? В это, в металл, наверное, градить, да? Может, металл. Сейчас этот баг-то исправили про патроны. Уэу-уэу, нормально. Так, ну-ка. Во. И кодовый. Все, готово. Да, так, Оливер, я тогда погнал, заберу ту пивоварню. У меня крафтится все. Сразу там все установлю, чтобы это наш дом был. Да, все нормально. Двери не установлены. Так, проверка. Хоп. Хоп. Не, вроде все чисто. Угу. Да, бросили. Кстати говоря, мы тут один ящик пропустили, и там был замок на ключ, который. Вот откуда у них ключ был. У них раньше стояло две с ключом. Угу. А, билдинг блок, да ты прикалываешься. Какая-то мразь уже сюда забегала. Ладно. Так, надо, чтобы замок был на правую сторону изнутри. Ну, уставься. Во. Все, пивоварня наша. Ай-яй-яй. Что такое? Нашел. Кока с ресурсами. В это лежит херня. Помнишь, ты спросил, херня какая-то непонятная. У них бортик-то этот стоял. Вот он лежит в этом бортике, ты понял? Сучара, а? Заныкался, да? Да-да-да-да-да. Что бы с тобой сделать? На нахер. Смерть. Вот так и лежи, копьенос из херов. Так. Все, от крыс я избавился. Инсектоиды эти, как его? Инсектиды, которые выводят инсектов-то всяких. Как их называют-то? Инсектологи. Инсектологи. Да, инсектологи. Вот. Короче, интоксикация проведена. Все. Паразитов больше нет. О! Ублюдок. Пришел? User entered your channel. Здорово. Здорово. Как не попасть? Чё за мразь? Тот же самый, что ли? Попал. Как пистолет тут расстреляет? Ты ж хеды раздавал. Попал, сбил. Да я понимаю, что хеды раздавал, но что-то как-то он это... Я стреляю ровно по прицелу, и что-то пули его огибали. Чё за херня? Он Нео. А, что-то вроде того. Ну нахер, у него столько патронов потратил. Не знаю, мне кажется, это его гребаный друг. Да их там уже столько прибегало, блядь. Нет, Кока. Дурачок. До свидания, спать. Которого я убил, который сныкался в этой херне. А, ну-ну-ну. Он, видать, зашел такой, думает, а, я в доме, ну все, я сейчас приступлю к работе. А там его тело уже воняет, лежит. Так, Оливер, я принес 5, ну ладно, 4000 дерева. Надо тебе куда-нибудь дерево сейчас? Сейчас не надо. Складывай. Что, блин, сишка? На печке хватает? Да, сишку поставляю. Мне не кажется? Угу. Нет, ты обдолбанный наркоман. Блять, кто меня накрыл люком? Слушай, Бонни, пожалуйста. О, надо репайр сделать. А, чё? Нам твою помощь. Сделай амбразуру, пожалуйста. Давай. На, скинул тебе. Отлично, делаю репайр. Я ждал этого металла. Сделай амбразуру. А костра нету. Так амбразура же лежит у нас. Одна внизу. Ну, сделай три. Еще же надо, блядь. Окна-то четыре. Я выступаю против амбразур. Долой амбразуры. О, Господи. Четыре делаю. Нахуя четыре, блядь? А, три. Три. Сказал, четыре же надо, блядь. Вот я сделал четыре. Ты сказал, одна, блядь, есть. Я, ты говоришь, надо, блядь, еще тогда сделать. Я говорю, ну всего-то окна четыре, блядь. Ну вот ты сказал четыре, я заебанул четыре. Короче, все, забей. Ну лучше со мной не спорить, Оливер. Я не буду с тобой спорить, блядь. Ну четыре же окна-то. Делать мне больше нехуй, блядь. В 7 утра, блядь, еще с тобой спорить, блядь. Ну ладно, давай оставим этот спор на мне завтра. Мне моя жена, блядь, билет купит в Псков, и я буду с тобой лично спорить, блядь. О, чемоданом, блядь. Давай. Окей. У меня как раз есть маленькая мини-комната, где-то метр на метр, она называется чулан. В смысле, неправильный замок?
Ты же сказал, что у нас это, 5000 камня. Я пойду пивоварней заниматься. А, да. Куда я смотрю? О. Да, он вон опять по кругу тебя водит. Да заебал. От него, блядь. Нихуя. Ну все, пацан стрелялся. Так, а еще камня нигде нету, да? Все, понял. Все, пошел пивоварню бродить. Давай. Че за херня? Лутает кто-то. А, дерево исчезло. И тут печка горит. Ну, с печки ты лупишь? Да, да, да. До свидания. Ну падай уже, а. Два попадания, чувак. Вон он бежит, внизу. Кого внизу? Вот где ты сейчас стрелял, вниз. Да спускайся. Тихо, ты кого ты наебываешь-то, блядь? Я, наверное, знаю, где. У меня он. Где он тут упал? Лут. Дезинформатор херов. Все. Он от с этого дома. Так. О, здрасте. Дом зарейжен. Металла херова туча. Так, кто у меня тут кустарный? Не ты ко мне подходишь? Нет. Понял. До свидания. Не в красном он был? Джоэл, нет. Бля, я своего хуя упустил. Ну ебучий дорога, сука. Так, что ж мне здесь делать-то? Дерево есть, building plan есть. Салют. Здорово. Здорово тебе. Сейчас я сделаю чё? Потолок. И... да. Так. Так. Отлично. Так. И вот так все. Шкафчик наш. Удачно прожить. Ах ты, бля, что я сделал? Я его не выписал. Ну ладно. Сейчас выпишу. Так, мне нужен человек сюда какой-нибудь. Я иду. Я вот там. Это круглый дом? Да. Это я. Вот меня вот с этой стороны подсади. Угу. Угу. Так. Яночка, до свидания. Выписать, авторизовать. Все. Все, дом наш. А, слушай, там у него замок. Угу. Надо бы его снять. Так, зажать Е. И вот так, все. Нормально. Ты, я в пивоварню пошел, ты со мной? Да. Чтобы знать, где она находится. We'll be right back.